И в заключение информация для автомобилистов. Завтра в субботу из-за массовой акции под названием «Велодень» и движения большой колонны велосипедистов по Орловским улицам несколько участков будет перекрыто. «Велодень» начнется завтра в 10 и закончится в 18. В эти часы въезд автомобилям запретят на площадь Ленина, улицы Пролетарская гора и Горького. А с 13 до 13.30, кроме общественного транспорта, водителей не пустят на территорию площади Ленина и улиц Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской, Гостиной, Карачевской, Первой Посадской, Тургенева, Брестской и Салтыкова-Щедрина.